Конструкция военных судов не такая, как у гражданских кораблей. На них не так много места для вашего груза. Кроме обмундирования, там будет еще и другое военное снаряжение. Поэтому мне необходимо проконтролировать его упаковку. В бизнесе я ничего не понимаю. Но для перевозки этого груза вы должны выполнить мои требования. Надеюсь, вы это сделаете. Прочие военные припасы уже распределены, с учетом их веса. Одежду, как самый легкий груз, расположен посередине грузового отсека, чтобы она не отсырела. Я оставил для нее место возле машинного отделения. Посмотрите. Моя задача сейчас, чтобы груз благополучно покинул Гонконг. На это потребуется 3-4 часа. До завтрашней ночи эта проблема будет решена. Вы считаете это проблемой? Конечно. Все чрезвычайные ситуации, возникшие без моего ведома, являются проблемами. Похоже, вы будете часто сталкиваться с такими проблемами. Ничего. Если действовать по ситуации, я уверен, любые проблемы можно решить. Эту карту я оставлю вам. Все необходимо сделать в кратчайшие сроки. Времени у нас мало. Господин Чи, благодарю за работу. Майор Е, вы потрудились, создавая этот документ. Я благодарю вас. Это мой долг. Зачем он опять приходил? Чтобы помочь. Подсказка Ячуна была понятной, но Чи Чен, кажется, начал привыкать к подобным намекам. Чи Чен понимал, что давно попал в зависимое положение. Каждый день он старался изо всех сил, но поделать ничего не мог. Кроме того, ему казалось, что за его спиной кто-то скрывается и тайком подталкивает его в непонятном направлении. И к неизвестному месту назначения. Зять, я заложил ту вещицу за 2 золотых слитка. В каком ломбарде? В ломбарде юаня. Этого мало? Та вещь столько не стоит. А? А. Ладно, не бери в голову. Зять, у нас есть деньги закупить партию оружия. Это самое важное, правда? Спасибо, Сяофэн. Можешь идти. Если Ячун делал прозрачные намеки, то эта услуга была более чем материальной. Кто-то постоянно ему помогает.
Кем бы ни был этот человек или несколько лиц, в жизни Чечена это было как теплое солнце, освещающее своими лучами дорогу во мгле. Второго такого щедрого и желающего остаться неизвестным героя нет на целом свете. Говорят, так развлекалась императрица Цыси. Предприятие семьи Чи имеет обширные связи. Но молодой господин Чи вынужден распродавать семейное имущество. Этот мир катится в ад. К счастью, он такой человек, что хочет прекратить страдания в аду. Я рассказал ему о военных кораблях. Как он отреагировал? Сначала отверг, потом согласился. Теперь осталось тщательно обдумать все последствия. Взрыв корабля и потерю огромной партии военного снаряжения японцы не оставят безнаказанным. Следовательно, мы должны заранее сделать так, чтобы Чечен оказался ни при чем. Что насчет Ланьбао? Есть одна женщина, агент бюро расследований. Зовут Сюэпин. Однажды она спасла Ланьбао. Он вроде бы испытывал к ней какие-то чувства. Но Сюэпин тесно общалась с другим человеком. Тан Феном из Синхэ. Я узнал, недавно она ушла из бюро и перебралась в общество Синхэ. Бюро расследований? Говорите, кто-то тайно нам помогает? Я не знаю. Я чувствую, что это не совпадение. Господин, вы говорите о нашем товарище среди японцев? Но мы же уже обсудили этот вопрос. Да. И мы много анализировали. Знаешь, моя интуиция всегда подсказывала, что это Ячун. Но Ячун снова и снова доказывал, что я ошибаюсь. Я не знаю, что и думать. Господин, не думайте об этом. К счастью, у нас наконец-то есть решение проблемы с отгрузкой продукции. Ты совершенно прав. Вы закончили с маркировкой? Я жена Чечена, хозяина этой фабрики. Я пришла по срочному делу. Никто не может войти без разрешения. Я же сказала, я жена Чечена. Я никогда не слышал, что у него есть жена. Мне жаль. Прошу вас уйти. Я пришла, чтобы встретиться с ним по важному делу. Если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Если ты меня не знаешь, тогда пойди и скажи ему выйти ко мне. Пропусти ее. Есть! Господин Чи сейчас должен быть в кабинете. Согласно требованиям Ячуна, весь груз полностью переупакован и перемаркирован. Президент Динь? Я к тебе. Сюэпин, что с тобой сегодня?
Ничего. В последнее время мы редко видимся. Я просто хотела побыть с тобой. Хорошо? Прости, Сюйпин. В эти дни я был очень занят. Глупый. Я вовсе не виню тебя. Я просто хочу немного побыть с тобой. Знаешь, в детстве я всегда пропускала полнолуние. Тогда я говорила себе, что в следующем месяце я обязательно увижу полную луну. Но каждый раз пропускала по разным причинам. Потом я выросла, и мало-помалу любоваться луной мне расхотелось. Ничего страшного. Даже если мы не увидим луну сегодня, посмотрим на нее вместе в следующем месяце. Как раз будет фестиваль фонарей. Давай сходим вместе запускать цветные фонарики, хорошо? Работая на бюро расследований, я приглушила в себе все чувства. Я думала, что не вернусь к прошлому. Но сегодня я поняла, что совсем не изменилась. Я знал, что ты не изменилась. Ты — это всегда ты. Сяо Фэн, пообещай мне кое-что. Хорошо. Я очень боюсь. Боюсь потерять тебя. Что бы ни случилось, ты должен позаботиться о себе. Обещаю. И еще кое-что. Никому не верь. Включая тебя? И меня. Как ты сюда попала? Вошла. Как ты прошла мимо японских солдат? Я столкнулась с Ячуном. Он разрешил мне войти. А что? На этой большой фабрике даже японские солдаты в курсе, что ты не женат. Ты хорошо себя защищаешь. Чего ты хочешь? Здесь 5 золотых слитков. Считай это беспроцентной ссудой. Где ты их взяла? Я президент общества Синхэ. Как я могла не иметь хотя бы несколько золотых слитков? Ты думаешь, я не имею представления о нынешнем положении Синхэ? Не лги мне. Ты считаешь, что хорошо знаешь меня и мое общество Синхэ? Вы с Танфэном многое делаете ради блага нации. Я тоже не могу оставаться в стороне. Пусть это золото будет моим вкладом в великое дело. Это капля в море. Но это лучше, чем ничего. Ну что ж, ты принял это. Я пошла. Дзинсян. Что? Будем считать, что ты одолжила мне эти слитки. Я все тебе верну. А еще... спасибо. Тебе не нужно меня просить. Не нужно извиняться. А тем более говорить «спасибо». Но сегодня я принимаю твою признательность. Если у тебя возникнут еще трудности, обращайся ко мне. Президент Дзинь уже ушла? Она хорошо выглядит? Уже выздоровела? Майор Я, понимаю, вы обладаете властью, но не вам решать, с кем мне встречаться.
Надеюсь, вы перестанете вмешиваться в мои дела, исключая военный контроль. Хорошо? Продукция была полностью переупакована согласно вашим требованиям. Что-нибудь еще? Нет. До свидания. До свидания. Господин. Майор. Все в порядке. Майор, все как обычно. Хорошо. Джунко! Что ты здесь делаешь? Я знаю, ты не хочешь меня видеть. Я пришел с просьбой о помощи. Ко мне? Почему я должна тебе помогать? Почему? Потому что мы сослуживцы, однокашники, можно сказать, коллеги. Вот почему я обращаюсь к тебе за помощью. Курано Миямото, не знаю, говорили тебе или нет, но нацепив эту медаль, ты еще больше похож на клоуна. Поскольку генерал Сато так ценит тебя, не проще ли было бы обратиться к нему напрямую, если ты сам не справляешься? Зачем позориться, обращаясь ко мне? Ты не так меня поняла. Если это из-за Ячуна, надеюсь, ты дашь мне возможность все объяснить. У меня нет ни времени, ни желания тебя слушать. Я ничего не замышляю против Ячуна. Майор Е, солдат империи, но из-за этой китаянки постоянно делает ошибочные выводы. В чем бы ни была причина, я не допущу, чтобы это продолжалось. Как тебе известно, ситуация продолжает ухудшаться, так что я должен выяснить слабые места Хэйн. Это для блага империи и для твоей пользы. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Остановись. Эта тема меня не интересует. Если ты пришел, чтобы обсудить, как заставить Хэйн бросить Ячуна, мы могли бы продолжить разговор. Хорошо. Поговорим о Хэйн.
Зять, здесь белый фосфор. Спасибо. Ты и дядя Вэй должны быть осторожны. Он легко воспламеняется. Не переживай. Сегодня вечером судно выйдет из Гонконга, и делу конец. Нам нужно сосредоточиться на 9-м отряде. Хорошо, я понял. Кстати, возьми это. Вместе с золотом, вырученным от продажи нефрита, должно хватить для покупки оружия на черном рынке. Взять? Так много? Это... Что? Это от сестры Сян? С чего ты взял? Я просто предположил. Да что это такое? Ты что? Я не могу их взять. Я очень перед тобой виноват и не хотел бы снова тебя обидеть. Обидеть? О чем ты? Откуда они? Это твое преданное, оставленное покойным президентом. Я не могу принять. Какое еще преданное? Не говори ерунды. Послушай, Чечен. Я выйду замуж только за одного мужчину. За тебя. Если ты не возьмешь меня в жены, то зачем мне преданное? Прости. Чечен, я никогда не забираю то, что отдала. Тебе это не нужно? Тогда я брошу их на улице, пусть берет, кто хочет. Дзянь-сян! День, что ты делаешь? Прекращай свои капризы. Знаешь что? Если не возьмешь, ты меня обидишь. Почему? Всем работать! Господин, у нас не будет проблем? Мы просчитали худший сценарий. В остальном положимся на судьбу. Лао Вэй, я в обществе Синхэ, чтобы ликвидировать остатки белого фосфора. Сходи в мой кабинет и уничтожь все записи на эту тему. Хорошо.
Майор Е, господин Чи, в эти дни вам пришлось потрудиться. К счастью, вся продукция отгружена в срок. Генерал Сато устраивает у себя банкет, чтобы вас поблагодарить. Передайте ему мою признательность. Я так измотан, у меня нет настроения. Ладно, я передам ему ваши слова. Однако, не думаю, что это подходящая причина. Вы могли бы сказать, что праздновали с президентом Цзинь и на радостях перебрали вина. О чем вы, я не понимаю. Разве вы не хотите видеть президента Цзинь? Она ждет вас на улице? Однако, я не вправе решать за вас. В этот прекрасный день я не смею тратить ваше время. Эта партия продукции уже отправлена. Но нам предстоит ускоренными темпами произвести новую. Работу следует чередовать с отдыхом, не изнуряйте себя. Спасибо. Что произошло? Я по делу. Какому? Следуй за мной. Куда? Не спрашивай. Теперь я твой кредитор. Просто иди за мной. Ты помнишь это место? Ты меня здесь спас. Как летит время? Прошло 2 года. Ты вернулся в Гонконг? Тоже 2 года назад. Цзиньсян. Что тебе от меня нужно? Ничего. Разве я не могу просто поболтать с тобой? У меня много... Знаю. Ты занят. У тебя много дел. Но сегодня, сейчас, можешь уделить мне немного времени? Извини. Сюэпин. Наставник. Давно не виделись. Ждешь кого-то? Не нужно объяснять. Если бы я не пришел к тебе сам, ты собиралась кануть в общество Синхэ навсегда? Нет, наставник. Просто... Просто у меня нет новых сведений.
Ты держишь глаза закрытыми, или у тебя есть другие причины, не позволяющие тебе что-то увидеть? Нет. Я действительно ничего не узнала. Дело в том, что Танфен рано уходит и поздно возвращается, я не могу следить за ним. А когда он приходит, он не хочет разговаривать со мной о работе. Значит, он тебе не доверяет. Тогда уходи из общества Синхэ. Но, учитель, я... Не хочешь уходить, верно? Я неоднократно тебе говорил. Чувство приводит к беде. Особенно это касается женщин. Ладно. Поскольку ты не хочешь покидать Танфена, тогда ты должна предоставить мне причину остаться. Убедить, что мне выгодно держать тебя там. Понятно? Понятно. Жди дальше. Корабль уже ушел из Гонконга? Да, ушел. Господин Чи проделал большую работу. У него не будет проблем с японцами. В любом случае, я сделаю все возможное, чтобы ему помочь. Слушаю. Что? Передай Миямото, что я жду его в своем кабинете. Судно японского военного правительства взорвалось прошлой ночью в море. Весь груз уничтожен. Судно японского военного правительства взорвалось прошлой ночью в море. Весь груз уничтожен. Дай мне одну. Вот. Вот. И мне. Хорошо. Хорошо. Господин. Генерал Сато приказал мне расследовать это дело и найти причину пожара. Что с Кавадзимару? Ничего не осталось. Все уничтожено взрывом. Раненых с других кораблей допросили? Да. Взрыв произошел глубокой ночью. На соседних кораблях были ранены вахтенные. Они ничего не знают. А что насчет Тао Джунбо? Где он? Пока он с нами не связывался. Найди Ланьбао. Я хочу встретиться с Тао Джунбо. Кроме того, отправляйся на швейную фабрику. Задержи нескольких рабочих и строго допроси. Есть! Чун! Я узнал, кто стоит за Ланьбао. Ты даже не представляешь, кто это. И кто? Он служит Миямото и одновременно руководит гонконгским отделением бюро расследований, Тао Джунбо. Я пришел заплатить по счетам.
В последнее время я вам ничего не продавал. Господин Берн, вы такой забывчивый. Информация о литературном клубе подтвердилась. Среди студентов есть подпольщики. Вы это заслужили. Господин Чи, взгляните. Я не понимаю, если все произошло, когда корабль прибыл в Шанхай, почему Миямото забрал на допрос рабочих с моей фабрики? Я тоже совсем не понимаю. Если Миямото их забрал, то он обязательно даст вам ответ. Вам известно, Миямото чувствует сильное предубеждение против меня и моей фабрики. Я не уверен, что его выводы будут беспристрастными. Господин генерал, думаю, вы не забыли, что фабрика принадлежит не только мне. Она принадлежит нам. Она должна принести нам максимум выгоды, верно? Вы знаете Миямото. Он всегда очень дотошный. Полагаю, это какое-то недоразумение. Недоразумение? Он сейчас допрашивает моих рабочих, которые трудятся на благо империи. Даже не знаю, что тут можно неправильно понять. Господин Чи, не горячитесь. Не горячитесь. Вам в самом деле необходимо такое количество рабочих. В нашем регионе и так значительное превышение. Вам не кажется, что сейчас подходящий момент, чтобы сократить излишние траты? Нет. Во-первых, мне нужно много людей. Во-вторых, я их тщательно отбирал. Вы сами мне говорили о соблюдении духа договора. Договор уже вступил в силу. Надеюсь, вы будете следовать нашим прежним договоренностям. Никакого военного контроля, никаких притеснений, никаких смертей. Времена изменились. Однако, господин Чи, несмотря ни на что, взрыву на корабле должно быть дано объяснение. У меня есть условие. Какое? Когда все закончится, финансовые отношения между нами аннулируются. И дружеских отношений между нами нет. И в будущем не будет. Я надеюсь, вы это понимаете. И еще кое-что вы могли неправильно понять. Вы всегда думали, что между нами несправедливый обмен, но на самом деле он очень честный. Здесь вы не получите амнистии. Ни от кого, кроме меня.